Европейская традиция целоваться под рождественской омилой полезна для здоровья, заявили нидерландские ученые. Они выяснили, что во время поцелуев пары передают друг другу в 8 раз больше бактерий, чем считалось раньше. И это существенно укрепляет иммунитет. Когда вы приобретаете бактерии из окружающей среды или от своего партнера, это ведет к увеличению разнообразия, большему числу видов микробов, говорит биолог. И есть показатели того, что это хорошо для вашего здоровья, поскольку ваш организм вырабатывает устойчивость к болезнетворным микроорганизмам. Ученые первого в мире музея микробов «Микропия» в Амстердаме изучили во время эксперимента 21 пару и выяснили, что за 10 секунд поцелуя влюбленные передают друг другу 80 миллионов микробов. А если они целуются 9 раз в день, то скоро приобретают одинаковые наборы бактерий ротовой полости. Ученые из «Микропия» напоминают, что микроорганизмы необходимы для пищеварения и предотвращения болезней и призывают всех воспользоваться их программой измерения пользы нежности. Она поможет парам наглядно увидеть, какие микроподарки они дарят друг другу с рождественскими поцелуями.